Здорово, здорово, YouTube, с вами Арти, у нас новая катка по смайту. Я заметил по статистике своего канала то, что многие смотрят, но смотрят без подписки. Поэтому, ребят, давайте, если вы хотите поддержать мой канал, видеть больше роликов, видеть больше активности, видеть счастливого стримера, надо подписаться. Надо подписаться и поставить лайкусик. Ну и, в принципе, на этом все, пойдемте смотреть катку, пойдемте. Охрененная эмоция просто. Охренеть, как прикольно. И прикольно, что не пропадает. Смотри, необъятный океан взять, но... Народ выбрал, кем ты будешь играть, Арти. Так. Это будет Бог Гера. Бог Гера? Окей, я понял. Значит, мид у нас тоже занят. Лучший. Джексон пипец лучший, дядь. Один из топовых моих поддержателей, так сказать. Самый приятный видео. Так. Покемоны это тема, алё. Не гоните на покемонов там. Скорди, ну она вроде не сложно отыгрывается. What the fuck you doing в Дискорде? Как это ты сразу на мид не пошел? Я же не могу на карту смотреть сам. Шо, а на нем мы их или нет? Оу, щит, давай, давай, давай. Хорошо, вкусничка. Да, это новый скин. Файтинг не нравится, денег нет на игры. Столько игр купил, что просто капец. Я наконец-то купил в натуре пак со стронгхолдами, правда. В который буду рубиться, скорее всего, сам, без стрима. Оооо, ну куда ж ты? Нефиг делать, эмоцию показать чат вообще легко. Здорово, Кеш, здорово, дядь. Пролагов нет, ну и слава богу. Значит, роутером все-таки беда какая-то. Они в последнее время очень много стараются над скинами. Да что ты сначала подгорел, блядь, лаги были на стриме жуткие. И я типа прям расстроился, если честно. Сейчас вроде ничего, нормально. Типа подотошел немножко, подотошел, блядь, что за слово? Так громко. Ну слушай, вообще нет, но я думал на нее собрать на самом деле. Была такая тема. Что ты там Юле сердечки отправляешь, я не помню. Никаких сердечек. Не в мою смену.
Out of mana. Enemy missing middle. Enemies incoming middle. Be careful, middle. Здорово, Лексус. Здорово, дядь. Чуть тут пипец просто. Я думал, меня разорвет жопу, блин. Ну чуть-чуть не хватает. Блять, короче, где вулкан? Поделитесь с ней, она же одна, типа. Чухнули уже, интересно. Я очень плохо на Дэдзи играю. Вы ее заказали, конечно. Прикольно, но вам, думаю, не понравится. В своем бафе можно и через эскейпчик бахнуть крипчиков. No problem. Enemy missing middle. Логично, уф, логично. Кирш, спасибо огромное, дядь. Ой, как же Йорм накидывает им, господи. У него есть ульт, но он не убьет, наверное, ультом, да? Рили? Падну. Зачем мне столько манна ему? Мать. Я ж спасибо, дядь, огромное. В арену, слушай, не играю. Но если ты новенький, лучше играть в арену вначале. Просто понять динамику приблизительную игры. Как что происходит, чтобы вот так не тупить, как я сейчас тупанул. Потому что не рассчитал хп на самом деле. Вулкан бьет красный, хотя наши там дерутся. Почему? В чем твоя проблема, вулкан? Хорошо. Эталенте. Донатеров потом обновить внизу. Я, да, обновлю. Я хотел на работе сделать, если честно, забыл. Ха-ха. Да, Кеш, только при подборе катки. Здрасте. Нет, даджи прикольная. Даджи прикольная тем, что она может вот так вот ваншотнуть вот таким вот. Надо было к Йорму идти. Уже не успею, наверное. И превосходство, и просто столько дамага дает. Господи. Хорошо, хорошо, Макс. Прости, Максим. А, да дай я пройду. Чуть не убил меня. Я, дерись с ними, дерись, пожалуйста. Он не может. Не может поджечь до конца. Да ничего страшного. А Нейт ждет, чтобы состилить. Почему она не даст просто ульт? Ой, хорошо.
Хорошо. Хорошо. Хорошо, Йорм. Покажи за танком. Вот чекайте закупы все. Goodbye. А, здесь вы чекнули. Чат, все для вас. Все, ладно, настроение вроде поднялось, правда. Вроде как лагать перестало, и настроение поднялось. Сорян, что так стрим начался криво, конечно. Настроение поднялось, да, да. Да потому что я не хочу, чтобы лагало, хочу нормально отстримливать. Чтобы и вы были довольны, и все. Вот здесь Сцилла. Да, а, блядь, что ты делаешь? Ага, и волк бежит. Матч хорошая, команда греет душ. Ну да, только вулкан оказался какой-то токсичный. У, какой трек, чат. А, чувствуете, как яички дребезжат у всех? И у девочки яичнички. Я тоже плакал вначале. Чего? Да, мне нравится этот трек. Блин, не знаю, что команды не робят, надо ребутнуть, возможно. Ну, типикал рутанеша, могу сказать. А эти забирают, да? Прикольно. Сейчас чекну. У вас сейчас пролаги будут, наверное, пока. Блядь, что вы делаете? Я же обновляю. Еще раз попробуйте. Ты вообще урон не наносишь? Блин! Я нажимал прям на него. Enemy has been slain.
Откуда у тебя столько кредитов, Макс? Ты что, наркоман? Вот смотрите, что делает фарм. Ну, он много не донатил вроде, да, Макс? Ты же много не донатил. Ты же жучила еще тот. Вот Юля донатами набивает сейчас, хотя у нее и сообщений тоже много. Про бусы забыл. Да я думал, он не попадет. Я же ждал же, когда я блинкнусь. Ша, чи, ша, фон, чи. Можно серию сделать из моих блан, это прикинь, сколько искать, наверное. Даже ульт не вынуть это. Ладно. Чуть не юзнул ульт. Крелиты. Давай, Юлец. Надо писать сообщение много. Рели? Все, Юль, договорились. Не стал добивать, думал, они идут на меня. Бля, умру. Умру, да? Все нормально. Все нормально. Все хорошо. Все было рассчитано до миллиметра. Здорово, регион, здорово. Тихо, я бегу, бегу. И остановись. Да хорош стилить пытаться, алло. Он мог бы не стилить, на самом деле. Мог бы не стилить, правда. Даже значит риск. Да. Лечу. Ну, выполняю заказы, дядь. Careful. И right back. Тоже трек хороший. Погнали попушим. Я думал, на него прыгнул, на крипа прыгнул. Потому что, ну знаешь, что у меня бывает, звук пролагивает, пробагает.
Здорово. Здорово, бачус. Я на DG 50 лет не играл, так что я, может, что-то не успеваю просто. Еще и старый, видишь. Роль сменить? В смысле, зачем? В смысле, я же постоянно на разных играю, зачем я меня? Ушел он, че нет? Евгений, да, имя Евгений. Так, что мы еще будем собирать такое? Вообще антихил нужен был собрать 50 лет назад. Ладно, соберем что-нибудь другое. 2300, да, знаешь? А у меня 1300. Здорово, воровка. Да я бегу вообще прям по деревьям прыгаю. Натуре втащить бы, да, ему вообще? Понял регион, постараюсь запомнить, но не обещаю. Атак. А, так они туда атак делают. Он остановился, потому что у него не было ни битцов, ни эскейпа, ничего. Играешь на PS4? У меня нет PS4, нет. На Nintendo Switch играю. Ну, ладно, пойдем драться. О, хорошо. Блять, теперь туда нужно бежать. Да, не опять, это нужно ребутнуть игру. Здорово. Нужно крипов сначала убить. Ой, они его просто расщепили там. Сука, не успел, блядь, стянуть.
Ну, такая себе катка нормальная, в принципе. Так как я редко на DG играю, она, в принципе, нормальная.